Итак, кто посмотрел, дорогие друзья, видео по катушке по Онкелю, тот уже видел вот такие улочки, да? Но я совершил, к сожалению, большую ошибку. Ну, старуха бывает проруха. Короче говоря, я... Смотрим, все отлично, все резко, замечательно. Я забыл переключить на RAW формат. Вот бывает такое. Обычно у меня там заржавевшая стоит. А вчера я фотографировал дома, что-то надо было быстренько в JPEG. И я перевел JPEG, и вот когда фотографировал, не посмотрел. Это, конечно, очень жалко, но ну, что делать? Давайте посмотрим, что можно сделать. Нам из этого надо сделать такую немножко кичевскую, открыточную. Печенюшную Германию. Вот. Мне бы этого было достаточно. Я бы сейчас поднял чуть-чуть тут контрастности и все. И ну, немножко света добавил бы. Потому что снимали утром, вы знаете. Но первое, что надо сделать, это, естественно, надо убрать врача. Врач тут пожелал быть неизвестно, да? Ну, давайте возьмем что-нибудь типа инструмент палец, замена темным. Я взял сейчас опять русский Photoshop CC 2018 или какой он там, не помню. Дело в том, что в этих фотографий сейчас очень много придется кадрировать. А вот кадрирование у этого ICC отличное, я скажу. Жалко заделывать это. Но не пропустит нас с вами шаттер. Посему закрываем. Замазываем. Вот так. Все, баран не пострадал. Ну и теперь давайте. Сейчас бы как хорошо в RAW формате тут разбежался бы делать-то. Кстати, обратите внимание на эти крюки, да? Вот они. Ничто иное, через них перебрасывали корзинку и там лифт для продуктов. Молочница пришла, да? Скинули корзинку, а туда перебросила. Отлично. Так, уберем. Вот это нам не надо здесь. Естественно. Так. А вот тут в самом концах применим обычные. Вот что еще не нравится в последующих версиях, они все перебуровили. То есть раньше, допустим, я остановился уже на пятой версии. До пятой версии, в принципе, почти везде было одно и то же. Но вот сейчас, даже в зависимости от того, какое будет здесь окно, да, какая рабочая среда, сейчас у нас стоит фотография. А при рисовании тут изменится, там изменится. Ну, в общем, вот это такой дебилизм, я считаю, ужасный дебилизм. Так, еще чуть-чуть. Ну, они монополисты теперь. Посему, что хотят, то творят. Окей. Смотрим. Да, наверное. Так. Ну, я бы чем занялся? Это я бы занялся сначала, наверное, небом все-таки. Сделаем следующую коррекцию. Ее малость подзатемним. Вот так. И поголубим, может быть. Вот
Так. Посмотрим, может быть, нам надо еще что-то. Допустим, вот этот фильтр применить. Холодный фильтр. Но это перебор. Чуть-чуть нам надо вот так. О, все. Так, соединяем. Ставим. И белый. Белый, 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 белый. Вот где кисточка? Вот она. Моя мама, моя дорогая. А сейчас его подсиним чуть-чуть. Ну, а по бокам уберем, естественно. Чтобы не было ничего темного вот тут. Раз, раз, раз. Она по радиусу сделала, да? Ладно, по радиусу я очистим. И вот. Так, есть. Готово, соединяем. Вот, и теперь давайте мы посмотрим, что мы можем сделать с улочкой. Сильно мы не можем. Так, теперь наоборот делаем. Черное, так, где у нас? Так, хорошо, тоже можно соединить. Теперь она нарядная, на праздник к нам пришла. И еще чуток. Хотя, теперь наоборот сделаем. Немножко сделаем потемнее. Вот так. Зачем? Я хочу, чтобы впереди было темновато, чтобы выделилась перспектива. Уходящая, да? Она всегда светлее. Так, и ставим черную маску, Ctrl. И теперь делаем только вот здесь внизу. Для этого возьмем белый. И вот тут мы вот так, видите, немножко. Вот так. Дорожку, а туда она будет светлее. Все отлично. Так. Посмотрим. Может быть, еще чуть-чуть. Вот так. Хорошо. Больше не надо. Отлично. Так. Она у нас все-таки темноватая, на мой взгляд. Ну, мы сначала сейчас сделаем следующее. Коррекция. И возьмем цветовую насыщенность и насыщенность подряд. Вот так. Подняли насыщенность. Окей. Уже нравится. Так, вот это с насыщенностью. Но в центре я бы хотел светлее все-таки. Ну, поэтому я сейчас коррекцию сделаю. И сделаю ее светлой. Вот тут. Вот вместе сделаю светлую. Вот так. Хотелось бы уделить немножко внимание цветам и так далее. Но для этого я сейчас возьму пум-пум-пум. Что я возьму? Я возьму кружочек, да, белый. И начну здесь потихонечку подсвечивать то, что мне нужно. Ну, это много здесь, ну, много было. Вот эти места я хочу сделать более светлыми. Так. И немножко вот здесь.
Ну вот и все, дорогие друзья. Проверяем то, что нет ли каких-нибудь еще надписей, номеров и так далее. Я где-то что-то видел, кстати. А вот тут. Это надо все проверять. Вот тут могут придраться, допустим, да? Какое-то там. А, это время посещения врача. Осветление сделаем, замена светлым. И сделаем так, что, ребята, вы можете посещать, конечно, своего врача, но не с моих картинок. Так, так сделаем. Так, здесь что-либо. А тут мы можем просто взять штампик. Вот оно. И вот этим штампиком здесь подрисовать как бы листочки, тем самым. Закрыть эту вывеску. Ну и все, ребята. Тут уже практически все сделано. Взгляд цепляет, да? Выделены цветочки, все. Так, посмотрим еще. Да, очень красиво. Романтично, я вам скажу. Вот так. Долгими зимними вечерами я буду это делать. Ну, еще можно, что еще можно сделать, это сверху, может быть, еще подсинить небо. Или посмотреть насчет коррекции. Еще раз. Насчет яркости поиграть. Я видел вот такие картинки на шаттере. Ну, это вообще уже, конечно. А мне так лучше вот такие. Так, ну мы с вами чуть-чуть еще добавим тут этой самой кичевости. Да. И все-таки сверху небо я сделаю чуть-чуть синее, да? Для чего? Коррекцию. Затемню сейчас вот так. Сделаю перевертыш. То есть из белой маски в черную. И вот тут чуть-чуть сейчас я под синим. Чуть-чуть. Ну, но мне не надо. Вот так. Такое раннее хорошее утречко. Тихого, спокойного немецкого городишки. Отлично. Так, ну а теперь, как и водится, я туда введу сейчас сведения о файле. Так, это нет. Где у меня там были? Вот, видите, какие красивые, яркие такие работы. Обалденные. Так, ладно. Нам нужен вот этот. Я написал, что это старый маленький немецкий городок на берегу реки Римской улочки, им оставаются цветы на окнах. Что подойдет практически под все фотографии, которые я поставлю. Ставим сюда. А нет, не сюда, извиняюсь. Вот сюда поставим и вот сюда поставим описание. А здесь нужны нам макросток, нам даст. Нужно и нам вот эти вот
слова всякий раз. Герман, Френс. Франции не надо. Тревелем, вот а. То есть я вот эти крупные беру, за исключением те, которые мне не подходят, как Страсбург. Стрит, да. Хойзе. Мостов там нету. Что это замечательно, что небо есть кусочек. Ботов тоже нету. Рефлекционов нету. Популярные исторические окна. Маленькая Венеция нет. Культура. Ауто. Гор тоже нет. Музей там есть, но это не то. Channel. Что значит Арина? Не знаю. Так. Escape. Ладно, мне хватит этих слов. 32 достаточно будет. Сюда мы сейчас его запишем. Где у нас тут? Вот. Сюда. Так, назовем это, экспортируем. Выйдет XMP. Дата и назовем его Ункель. Ункель, Ункель, Ункель. Так, все, хорошо. А, ну мы его перепишем, да. А, окей. А, далее надо будет только немножко еще после этого сделать изображение. Так, где фильтры? Умная резкость. Кто я так назвал? Умная резкость, скажем так, ну, процентов на 70, 1,7. Ну, а мы не там это делаем. Сначала сведемся на один слой. Вот так. И теперь сделаем фильтр. Усиление резкости. Умная резкость. У меня-ка такая. Значит, здесь 70 сделано даже. Побольше чуть 1,7. 1,6 тоже понятно. Уменьшить шум, да. Ну и все. Сейчас она сделает, и можно теперь грузить на сток без всякого якого. Я надеюсь, что тем, кто не очень опытен в фотошопе, это немножко поможет превращать такие обычные фотографии. Где она у нас? Ну, вот такая серенькая фотография, да? Вот такой кичевский шедевр. Ну, это то, что востребовано. А у нас в запасниках останется вот это для, на память. Хорошо? Ну и все, ребята. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Пока.